Любовь народа для него награда. В любой игре он является душой команды. В его глазах столько света, море правды. При этом испытал он на себе круги ада. В далеком прошлом, когда он был еще юнцом, волею судьбы не стало матери с отцом. Судьба ожалила не раз и делала больней. Но все, что нас не убивает, делает сильней. Наплевать, в какое время года он и мяч. В 40 градусов жары или в непогоду он и ворота, удар за ударом. За что ему во дворе дали прозвище Мара. У многих мечты так и остались мечтами. Но это не о нем, он словно волны цунами. Огонь в груди не погаснет и не остынет. Идет напролом, гордо неся свое имя. Момент опасный, второй мяч в сетке ворот. Чуть позже о календаре российской футбольной премьер-лиги. А сейчас все-таки порадуемся за нашу команду. Андрей Ещенко. Вот только что речь о нем была как о возможном и очень далекой, наверное, еще перспективе пока кандидате в главную команду на место правого защитника. А сейчас он себя очень лихо проявил, наверное, как правый полузащитник. Главное верить и мечтать, и никогда глаз не опускать, и души осилит дорогу, ангелы в этом помогут. Главное верить и мечтать, и никогда глаз не опускать, прогонять страх и тревоги, ангелы в этом помогут. Алло. Алло, Михалыч. Андрюша. Скоро буду в Иркутске. Можно к вам заехать? Ну, конечно, Андрюш, ты же знаешь, мы всегда тебе рады. Эта игра становится его работой. Он как снежный ком набирает обороты. Кто-то деньгами предлагает заполнить пустоты. Но прежде всего он ценит свою свободу. Шаг за шагом по ступеням взбирается смело. Стал гордостью Иркутска и всей России в целом. Сборная, Лига чемпионов, то о чем мечтал. Даже не верится в то, кем он был и кем он стал. Он стал кумиром.
кумиром для ребят и живым примером, чего может добиться человек с огромной верой. Только работа над собой, чтобы стать первым, и прохождение пути сквозь боль, пот и нервы. Снова свисток, снова гол, болельщики ликуют, его никто не знал, теперь Спартак Москва его любит. Так рождаются герои, это неизбежно. На поле новая звезда, гордость и надежда. И еще одна подача, бреющий на вес удар. Суток, красно-белые, меня зовут Арзу. Хочу представить вам отрывок из моей песни, посвященный другу детства Андрею Ещенко. Слушайте и наслаждайтесь, ребята. Любовь народа для него награда. В любой игре он является душой команды. В его глазах столько света, море правды. При этом испытал он на себе круги ада. В далеком прошлом, когда он был еще юнцом, волею судьбы не стало матери с отцом. Судьба жалила не раз и делала больней, но все, что нас не убивает, делает сильней. Наплевать, в какое время года он и мяч, 40 градусов жары или в непогоду. Он и ворота, удар за ударом, за что ему во дворе дали прозвище Мара. У многих мечты так и остались мечтами, но это не о нем, он словно волны цунами. Огонь в груди не погаснет и не остынет, идет напролом, гордо неся свое имя. Ребят, совсем скоро выйдет клип, в котором примет участие сам Андрей. Пис. Арзу, привет. Привет. Песня топ мой. Вообще. Конечно. Болельщики, привет. Привет. Братья, привет. Ребята.